Абракадабра. Бля. Будь-то принц за мной примчался. Золушка? Шапочка? А ты что здесь прихорашиваешься? А я крёстную жду, только поезд задерживается. Ой, мой тоже. Я поесть заказала. Отлично, а то так жрать хочется. Слушай, я думала, не увижу тебя после, ну, осеннего. А ты здесь? Да, я была на мастер-классе, ну, на курсе, как стать лучше, ну, успешнее, продуктивнее. Зачем? Ну, с последней работы же меня выгнали. А чё, уволили-то? Да, за чувство юмора. Что? Ну, они постоянно предъявляли ко мне претензии, что я слишком много пью. Ну, а как же здесь не пить, если в работе по 10 часов? Ну, тяжело, да. Да, на этой ферме. На ферме? Слушай, в общем, поминала я мать. Ой, я соболезную. Да какое, это же 7 лет назад было. Все там будем, точно будем. Вот, а поминать сам Бог велел. Поэтому начала я пить в пятницу, а в понедельник мне уже на работу. Пришла я на работу, сижу, работаю, и становится мне как-то не по себе. Какое-то внутри ощущение странное. И я вижу, как начинают черти вокруг меня плясать. Они пляшут и пляшут. Я их хватаю, они все равно пляшут и пляшут. Я беру нож и начинаю резать. Я их режу. Их пятачки, они такие маленькие. Они такие мокренькие. А потом темнота. Проснулась я уже под капельницами в белой комнате. Слава богу, хоть эти гуси-лебеди чертовы скорую вызвали. То нашли меня все в крови. Эти свиньи. Ну да, такие маленькие. Ну, ферма, мини-пиги. Они еще бежат-то. Ужас. Ужас-то такое. А вот компенсацию платить денег у меня нет, поэтому я и пошла на мастер-класс. Такие глупости, по-моему. Мне бы выпить. Сейчас все будет. Имей терпение. Слушай, ты же помнишь Чиполлино с параллели? Это же он меня позвал на мастер-класс. А да, от него еще все время луком воняло. Ну, бывает, да. Стоп, он же в тюрьме. Да. Ну нет, он был в тюрьме, а теперь его выпустили. Теперь он коуч, он лидерствует, он учит людей, как стать лучше. Да хуй бред. Да не бред. Люди к нему в очереди стоят, они плачут и слушают, слушают и плачут. И платят. Тебе бы на работу нормально устроиться тебе. Официанткой, поварихой, там, я не знаю, на хлебзавод куда-нибудь. Нормальную работу найди. Это все не для меня. Я актрисой буду, ты посмотри на меня. А ты-то сама работаешь? А мне зачем? Я замужем. Ну да, принц. Да, за принц. Не завидую. Я и не завидую. Я тоже замужем. За серым волком. Поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, он у меня такой хороший, такой верный, добрый. Только вот одно, это нянчить наших детей отпрысков. У тебя есть ребенок? Да, трое. Дети. Близнецы. Дети, это прекрасно. Да на расстоянии это прекрасно. Вот это когда оно кричит. Ты знаешь, я никогда не думала, что стану такой мамашей. А у тебя сколько? Мы спрашиваем. Ну чего, рассказывай. Я не хочу об этом говорить. Чего, давай. Нас не спрашивай, у нас сложности. Что там сложного? Раз, два и дело в шляпе. Что, больная? Нет, не больная. А, это у твоего мужа? Ну, он здоров тоже. Мы стараемся, мы пробуем. Мы вот крестную позвали. Крестная должна помочь. Крестная поможет. Крестная? Ты думаешь, что она приедет? Да, не шути так. Она крестная поможет. Крестная поможет. Крестная поможет. Слушай, а ты помнишь с параллели эту носатую Яшку? Да, да, да. Так у нее же детский дом. Да не хочу я детский дом. Не хочу детский дом. Я хочу сама родить своего ребенка. Сама родить хочу, понимаешь? Не нужен мне детский дом. Я эстроген начала принимать. Эстроген? Золушка, ты чего? Эстрогеновое безумие, охватившее медицину, напрямую влияет на окружающую среду. Ученым известно, что гормоны нейтрализуются в женском организме не полностью, поэтому с мочой и сточными водами они попадают в окружающую среду. Это страшно. Ученые бьют тревогу, потому что морской орел, а именно он изображен на гербе США, он давно не может иметь потомство. Точно так же, как и аллигаторы, живущие во Флориде. Факт налицо. Чего ты несешь? Ты нормально? Ты в порядке? Красавица, дай погадаю. Сумасшедшая. Где официант? Когда уже будет эта еда? Слушай, ты
Ты помнишь русалочку? Русалочку? Русалочку, да, рыжую такую, рыжую, рыбоглазую. Рыбоглазую? Пучеглазую, да. Ну и что? Повесилась она. Ты что? Да. Представляешь, роковая любовь. Она ушла из-за него из семьи, а он, представляешь, обвенчался с другой. Да, и она, это у нас же с ней общий врач Петр Михайлович, это он мне рассказал, что она, оказывается, беременна была и не выдержала всего этого. Пыталась утопиться, удушиться и повесилась. Здрасте, Христос. Все ужасно, это все кошмар. Я не знаю, мне кажется, в наше время такого не было. Слушай, если в твоем королевстве ничего не происходит, это не означает, что вокруг ничего нет. Слушай, ты, наверное, не помнишь, но говорили, что это Снежка, ну, Белоснежка, помнишь, из параллели? Ну, у нее в Анамнезе еще отец умер, и она воображала себе всех этих гномов. Я же мачеха воспитывала, она очень красивая, но очень строгая баба. Так вот, она увела у нее жениха. Ужас, это все женская магия. Это несчастная любовь. Белоснежка ж пристрастилась к яблочному сидру и практически спилась, как Иван Дурак. Но в дело опять вмешалась любовь. Она встретила в кафе Буратино. Ну, помнишь, такой носатый урод? Он еще в театре работал. Ну, помнишь? Ну, слушай. Вот, так и она же его когда-то любила. Их чувства вспыхнули заново, и все. Ну, ты понимаешь, да? Ну, хорошо. Романтично, ты понимаешь? Оказалось, что Буратино, он же не по девочкам, он гей. А Белоснежка ради любви готова на все. Она сменила пол. Да. А Буратино-то в постели полное бревно. Буратино в постели полное бревно. Этого Белоснежка не выдержала, она впала в депрессию и ушла в запой. Знаешь, я ж когда после этой резни свиных чертей лежала в больнице, Белоснежка рядом была. И неизвестно, вернется ли к ней рассудок. Я когда под капельницей лежала, я все время видела. Но я думала про единорога. Ты помнишь анекдот? Приходит единорог на прием к психотерапевту, лежит у него на кушетке, а терапевт ему: что если их не существует? Что, если они существуют? Дичь! Снежана, обед. Девочки, приятного аппетита. Спасибо, Петр Михайлович.